Накопил на хаш самостоятельно. Герой нашего следующего сюжета – 10-летний мальчик. 4 года назад его мама поехала в хадж без него. Это сначала расстроило мальчика, а потом вселило в него мотивацию во что бы то ни было посетить святые земли. Так он поставил перед собой задачу собрать деньги на поездку. Чем все это закончилось, расскажет Хамза Нурмагомедов. Ты копишь вот? Да, у нас копилочка есть, почти наполнилась. Почти наполнилась. Ну, через 2 годика как раз наполнится и поедешь, да? Молодец. На этом видео Саид Мухаммаду всего 6 лет. Разочарованный, что мама уехала в хадж без него, твердо решил, через 2 года поедет с ней, а для этого накопит деньги, экономия на сладостях и игрушках. Мечта стала реальностью, правда, не через 2 года, а через 4. Целеустремленный мальчик ступил на святые земли Мекки и Медины. Наконец-то моя мечта сбылась, я накопил на хадж, умра. Всевышний Аллах мне помог осуществить мою мечту. На прошлой неделе мальчик вернулся домой. Он поделился своими впечатлениями. Саид Мухаммаду посчастливилось тронуть почитаемую Каабу и вдоволь напиться воды зам-зам. Каждый день шел в мечеть, аж от него ходить не хотелось. Хоть было холодно, хоть жарко было. Нравилось там посещать. Для поездки в паломничество подросток собрал 36 тысяч рублей. Конечно, ему в этом помогли родные и близкие, но больше всех поддержала мама. Она не планировала ехать с ним, но выпал удачный случай. Получилось так, что у нас рядом с работой есть ресторан «Канак». И там розыгрыш выиграла я. И изначально я им говорила, нет, я не поеду. Потом как-то ему тоже скидку сделали и решилась, думаю, почему не поедет? Конечно, поеду, он же тоже так долго хотел. Саид Мухаммад сейчас учится в 4 классе, получает хорошие отметки. Следующая цель нашего героя – большой хадж. Мало он уже совершил, а стать он хочет, повзрослев, профессиональным хирургом. Помогать людям – его любимое занятие. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.